собака и цветочек. Миленькая композиция. Федосик. Ну давай, попозируй немножко. Смотрите. Отлично. Молодец. Молодец. Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. 26 октября, юбилей, 10 лет. 10 лет. Будем продолжать работать, не спеша, в охоточку. И работать здесь. Сегодня мне на телефон пришло сообщение. Я практически все звонки, которые приходят ко мне и мне неизвестны, я их блокирую. И больше они мне не звонят. Но это сообщение. Я его тоже туда лил. Значит, пишет мама, я так понял, маленького мальчика. Разочаровалась в медицине. Постоянный там насморк, стафилококки. Еще что-то там такое. Желаю с вами встретиться, там консультацию получить и так далее. Вот у меня канал, на котором мы встречаемся, там спрашиваем, консультируемся. Короче, работаем здесь. Мне вот этого хватает, да и вам хватит полностью. Для того, чтобы разобраться, насколько можно это сделать, разобраться. А еще, значит, ко мне лезть в телефон и домой. Короче, я это не приветствую. И не собираюсь быть, знаете, каким-то тут пожарным доктором, решать ваши проблемы. Тем более, если бы за 10 лет я что-то бы там не разобрал бы, значит, я бы ради интереса это бы сделал. Все давным-давно, по несколько раз разобрато, переразобрато, выложено. Пожалуйста, пользуйтесь, чтобы мы друг друга понимали. Не то, что я там отказываюсь, а то, что все уже есть, используйтесь. Вот такие-то дела. Ну и я как раз сидел, завтракал. Завтрак у меня как раз был после того, как я походил 40 минут. И тут мне Пульбрех нравится. Отлично замечено. Завтрак надо заработать. А именно, не то, что мы встали и первым делом начинаем есть. А сначала походи, дай работу мышцам. Дай работу организму, чтобы он потребовал еды. Встряхни его для того, чтобы он опорожнился, очистился, а потом уже нагружай. А то у нас получается надо, не надо, завтрак, а потом что будет. Вот, из-за завтрака произошла такая беседа, дочка как раз говорит, вот там у какого-то знаменитого нашего певца, то ли сестра больна, насколько я понимаю, полиартритом, и она там на инвалидной коляски. И для того, чтобы вот выздороветь, узнали, что выздороветь можно. И для этого надо сделать несколько уколов. Каждый укол стоит там что-то там 120 с чем-то миллионов. Вот так вот. И мне тут вспомнилась другая история. Я о ней рассказывал. Женщина также с детства болела этим полиартритом или полиомиелитом. Ну, короче, с суставами проблемы, не ходила на коляске, не могла за собой ухаживать, но уже выросла. Взрослый человек сидит, за ней ухаживала мама. Мама умирает, вот, и что делать, что делать? Хоть самой теперь умирай, кто за тобой будет ухаживать? И она что-то там вспомнила, или я не знала, и как там это. Попался ей на глаза рецепт с картошкой. Мол, отвариваешь картошки, очистки картошки или еще, или картошку отвариваешь. Вот, и, короче, этот отвар пьешь. Она, значит, начала поступать так, начала пить этот отвар и выздоровела. Кстати, этот рассказ у меня имеется, я его выложил. И знаете, вот все вот так, вот, надо вот вывернуться перед посетителями канала, чтобы все ему на блюдочке с голубой каемочкой. Вот вам надо, вы ищите. Не занимался я еще тем, знаете, вот у меня нету штата, я один сижу, выложил материал, насколько у меня хватает тяму, разобрался механизм действия, и все, она лежит. Я уже знаю, я для себя знаю. А вам надо все, дайте нам тайм-коды, дайте нам еще что-то, дайте нам еще там, вплоть до того, что там сварите. Непонятно, это вам надо, вы ищите, все есть, книга есть, написано. В аудиоформате? Нет. Опять-таки, в какой раз я привожу случай с этим самым, со свищом, прямой кишке свищ. Три операции по усечению этого свища, вот, якобы
Это должно помочь, а оно не помогает. И что человеку делать? Вот что делать? Где эти миллионы там брать или еще что-то, или еще что-то? Якобы есть такое лечение, но вот надо заплатить. А не заплатишь, ну сдохнешь, тогда и хрен с ним. Вот это я прямо и говорю, сдохнешь и сдохни без денег. Все, ни хрена ты никому не нужен. А нет, есть грошовое средство. Собственная моча, которую упариваешь до 1/4, получается супер раствор, который вытягивает этот свищ и залечивает. И человек приехал ко мне, я к нему туда в Ростовье, и поблагодарил, ё-моё, вот, ё-моё, надо же, так просто. За этой простотой стоят большие знания. Так вот, если вы хотите получать, будем так говорить, ну, хорошо, получать эти знания, к ним надо стремиться. Пожалуйста, заходите на канал, смотрите, читайте. Все есть, сайт, библиотека, все есть. А вот чего нету, можете спросить. Вот такой вот у нас утренний получился разговорчик. Встретимся в кафе, в которое не пускают. Потому что нам тут пытаются поднять иммунитет. Что с этого выходит?